психологического воспитания. Так как сегодня занятий нет, поэтому не сразу нам удалось обнаружить это. Клуб дыма идут, первый этаж слабо задымлен. В кабинете номер 28 детского корпуса второго этажа. В классе находилось 22 ученика, все присутствуют на построении. На уроке математики в номере, кабинете номер 15 основного корпуса присутствовал 6 класс в количестве 19 учеников. Все 19 покинули помещение. На уроке литературы в кабинете номер 14 присутствовало по списку 17 человек, в классе было 16, вышли из кабинета все. На уроке гагаузского языка в кабинете 12 находилось 26, в построении 26. Наших учителей 2 ученика остались в здании школы. Прошу формирование гражданской защиты лицея построиться. Звено коммунально-технических служб. Учение готово. Командир Заранди Дмитрий. Спасибо. Татьяна Михайловна, звено общественного порядка. Звено охраны общественного порядка, построенное к учениям готово. Командир звена Грек Татьяна Михайловна. Спасибо, Мария Афанасьевна. Звено разведки и наблюдения построено к учениям готово. Командир звена Капсун Мария Афанасьевна. Спасибо. Звено пожаротушения Касим Петрович. Звено пожаротушения построено к учениям готово. Командир Саранди. Спасибо, Анна Федоровна. Спасательное звено. Спасательное звено построено к учениям готово. Командир Грек Анна Федоровна. Спасибо. Санитарное звено Светлана Дмитриевна. Санитарное звено построено к учениям готово. Командир санитарного звена Генщина Светлана. Спасибо, Елена Петровна. Звено оповещения связи готово, к учениям готово. Спасибо. Прошу звено охраны общественного порядка отцепить здание лицея и не допускать зданию посторонних лиц. Пожалуйста. В корпусах Б и С дыма нет. Наблюдается небольшая задымленность в корпусе А. Пожарная служба тушит пожар на первом этаже основного корпуса. Также нами обнаружено 2 детей. Один в детском корпусе в кабинете номер 21, другой в раздевалке спортивного зала. Оба ребенка имеют переломы, поэтому необходимо направить спасательную службу. Я прошу звено пожаротушения приступить к тушению нового очага пожара, который возник при входе в здание лицея. Звено пожаротушения, приступить к работе. Очаг пожара ликвидирован с помощью огнетушителя и других материалами. Спасибо. Пожарная служба тоже делала свое задание. Спасательные работы выполнены, пострадавшие вынесены для передачи санитарному посту. Спасибо. Санитарному звену приступить к выполнению своих обязанностей. Я благодарю вас, благодарю формирование гражданской защиты лицея, благодарю преподавателей и учащихся за правильные, быстрые действия во время учебной эвакуации. Ребята, вы, наверное, заметили, что у вас у всех завязаны галстучки самых разных цветов. Почему и что это символизирует? Это говорит о том, что в окружающем нас мире очень много ситуаций, которые могут стать чрезвычайными. Но мы с вами должны быть готовы действовать правильно в любой из них. Я вас благодарю. Сейчас вы пройдете в классы, и мы продолжим дальше нашу работу.